Караганде прошел инклюзивный фестиваль «Шиксиз Мүмкүндүк» для детей с особыми образовательными потребностями. Бесконечную возможность провел благотворительный фонд «Жомарт Жандар Жумулса» совместно с отделом культуры и развития языков, а также отделом физической культуры и спорта города Караганды. Подробнее далее. Проект заключается в уникальности самого фестиваля. Он позволит интегрировать детей с особыми образовательными потребностями в обществе, объединить и показать их силу духа и веры, что талант не зависит от физического здоровья человека. Все делается для талантливых детей с ограниченными возможностями и здоровых сверстников, а также подготовки детей к независимой жизни в инклюзивном обществе в духе понимания, терпимости, уважения к различиям. Данный фестиваль мы проводим впервые. Название «Шиксиз Мүмкүндүк». Цель данного мероприятия – раскрыть творческий потенциал детей с ограниченными возможностями. Данное мероприятие мы бы хотели также проводить в будущем на постоянной основе с целью поддержки детей с ограниченными возможностями, уделять им больше внимания, поддержку и помощи. Фестиваль прошел в формате различных мастер-классов. Это и игра на музыкальных инструментах, рисование и многое другое. В этом приняли участие 100 детей и подростков с особыми образовательными потребностями. Большой поддержкой для ребят стали члены их семей. У нас хореографический ансамбль «Саламатты Болашак». Наши дети в этом ансамбле занимаются уже 5-й год. Вот. И мы на всех концертах в Астане, везде мы выступаем. Это очень, как сказать, нужно нашим детям, благотворительно влияет на их поведение, на их отношения и на то, что они понимают, что они тоже в этой жизни тоже такие же дети, как и остальные дети. Немало деток с различными нарушениями, имеющие статус инвалида. Все эти детки замкнуты в одном пространстве. В лучшем случае общаются между собой, такими же, как они, в обществах инвалидов. Многие стесняются своих ограниченных возможностей, сильно комплексуют, замыкаются в себе. Для таких ребят и предназначены такие конкурсы. Чтобы работать над этой проблемой и изучать ее, нет лучшего выхода из данной ситуации, как доказать этим деткам, что они такие же, как и мы, что они нам нужны. Тамирис Леугабылова, Серик Тугаев, Николай Шевелев, 5-й канал.